удивительная концовка. Судьба встречи качалась туда-сюда. За счет чего сумел выиграть? Я думаю, я выиграл за счет работы, которую я делал все 6 минут. Я знал, что я более выносливый, чем он. И мне вот это давало преимущество с самого начала. Слушай, ну внешне в концовке казалось, когда ты проиграл челлендж, что ты больше устал. Ну так вот по глазам, по лицу. А ты чувствовал, что нет? Я честно сказать, это моя не первая, не вторая тебе схватка. Я вытаскиваю в конце схватки. И как-то я до последнего верил. И до последнего верил, что я выиграл. Счет такой, что вы забыли о защите вообще. Счет 10-10. О защите... Ну и соперник набрал баллы, и ты набрал. Честно сказать, я много баллов отдал. И я чуть вообще о защите даже не думал. Только о своих баллах. Сейчас будем работать в дальнейшем на защите. Потому что это подводит сильно. Сначала все будет хорошо. Слушай, что происходит в голове? Вот ты говоришь, что ты не первый раз вытаскиваешь схватки. Как должен думать человек, себя настраивать, чтобы проигрывая вытащить? О чем думаешь? Я честно, знаете, этот, собраться, этот, как вам сказать, вот человек должен на каждую схватку проходить побеждать. Вот это самое главное спортсмена, что должно быть в голове. Он должен всю схватку верить, что он выиграет. Понимаете, если он хоть чуть засомневается в этом, он проиграет. И вот это мне помогает выигрывать. Ваша схватка с Эриком Жуевым стала, наверное, украшением всего турнира и стала, наверное, образцом того, как и должны бороться люди не только тяжелого веса, но вообще все. Честно сказать, я тоже так же думаю. Такой схватки я еще не видел за вчерашний и за сегодняшний день. И также они тоже, у них тоже такое же мнение. Да. Реально была очень сильная схватка, очень тяжелая. А ты мог предположить вот перед этой схваткой, что так она сложится? Вообще был настроен? Нет, нет. Я думал, максимум будет счет 6-4, там 6-2 или там 6-6. Но я никогда не думал, что мы на двоих возьмем 20 баллов. Как случилось, да? Ты представитель дагестанской школы борьбы, постоянно присутствуешь на сборах сборной Дагестана. А вот Эрик Джуев стал третьим на чемпионате России. Можно ли сказать, что победив его, ты фактически как бы стоишь на бронзовой, на третьей строчке чемпионата России? Я могу сказать, что я стою на втором даже месте, да? Чемпионата России. Я ждал Сотева здесь, Он не приехал, к сожалению. Я на него настраивался. Даже за месяц, за два месяца. За месяц даже я думал, что он здесь будет бороться. А если уж замахнуться тогда на высшую строчку на Садулаева? Иншаллах. Сюда тоже мы замашем. А есть рекорд там хотя бы тренировочный Садулаева? Мы очень года полтора назад с ним боролись. И как? На схватках. Плохо. Рашид это. В смысле, как закончилось? Рашид это гигант. Это тот человек, на которого должны все равняться. И брать пример. Шамиль, как тебе? Вольной борьбы.